Смотрите, в пятницу, 11 августа, в 18:15 программу «Хочу домой» на телеканале «Самаргиз». Вы увидите рубрика «Возьми собаку из приюта», видеовизитки о трех собаках, которым нужен свой дом и ответственные владельцы. История со счастливым финалом. Одна минута, которая перевернула жизнь бездомной собаки из приюта. 5 лет счастливой жизни. И гость в студии, руководитель благотворительного фонда приюта для собак Хати Елена Борисенко. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самарагиз» 11 августа в 18:15.